А на Васильевском острове соседи отстаивают место для машин во дворе и тайно вредят друг другу. Субботним утром житель дома хотел поставить машину на привычное место, но там уже стояла видавшая виды вишневая иномарка. Тогда мужчина оставил внедорожник прямо перед машинами. Через пару часов появился хозяин вишневого ретро-авто, а заодно и черного. Он привязал трос к машине соседа-конкурента и отбуксировал. В воскресенье недовольный владелец серого внедорожника тараном прижал старенькую машину соседа к стене. Вероятно, теперь эти кадры будут изучать в страховой компании.